Приветствую, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами я, Супер... Вот такое было интро, да, хорошее интро на самом деле. Сейчас давайте музычку. Только что я поиграл немножко. Так что я уже немножко про, можно так посчитать. Игрушка похожа на Meat Boy. Кто не знает, это такой мясной кубик. Думаю, вы смотрели прохождение. Почти же такая, только еще хардкорнее где-то в два раза, потому что... Ну, просто вы будете здесь умирать. Я вас сейчас вам покажу. Давайте первый уровень. Я тут уже три уровня прошел. Просто с самого начала. The Factory. Завод. Да. Мы в заводе сейчас. И давай. Все. Видите, как тут показывают, нас учат, как там прыгать. Ну, тут я уже все знаю. Это просто промотаю. Ну, кто хочет посмотреть на картинке, смотрите вот. Вот вверх или пробел. Ну, я обычно стрелки использую. Здесь двойной прыжок. Двойной джампер есть. Вот такой. Вот. Потом, вот таких маленьких, миленьких роботов надо собирать. Они, во-первых, потерялись. Это, то есть, мы глава роботов. На нас напал какой-то злодей и забрал наших роботов. Ну, они упали, как? Он стрельнул случайно не туда. И мои все роботы упали вниз. Ну, теперь что мне в заводе одному работать? То есть, ну, я же устану. И как бы без друзей скукота, я просто умру или заржавею. Вот. А друзья, они мне помогут. Вот видите, этот робот за мной летает, потому что этот робот важный, во-первых. Вот видите, 5. Без них не дадут золотое очко. Вот видите, 2 робота, они за мной. А вот такие, которые маленькие роботы, которые летают, они просто как мухи. Вот. Да, своя есть история. Вот. Вот, видите, этот монстр. Блин, вот видите, сейчас мне надо, во-первых, ловушки преодолевать. Убегать от этого монстра и успевать на время. Стоп. Ух, сейчас начнется катастрофа. 1, 2, 3. Побежали. И, ай, блин. Пусть он нас убьет. Я вам покажу зато, какой монстр выглядит. Как он выглядит, точнее. Вот, смотрите. Вот, видите, как монстр выглядит. Сейчас я... Тут надо еще на ускорение играть. Вот, чтобы... Ну, я думаю, все вам базовое показал. Вот. Надо быстро собирать. То есть на время здесь, вот видите, там время показано. Так что такие дела. Вот вниз будет. Я тут все умею, так что ничего страшного не должно быть. Все. Ну, за нами сейчас он будет гнаться капец, конечно. Вот, видите? Если не будете успевать, вам кранты. Он уже нас боится, потому что он умер. Тут есть такой лазер, вот видите, я могу проходить через него, а вот этот монстр не может, это специально самооборона. Вот эти роботы сами придумали, так что такие дела. Вот, сами не хотят никого убивать, ну и правильно, в принципе, делают. Злые пусть умирают, добрые остаются в живых, которые даже никого не трогали. Вот здесь надо еще одного такого робота собрать. Я тут знаю, уже потому что проходил. Вот, просто я ее проходил, потому что у меня запись выключенная была. Ну, первое впечатление, я вам так скажу. Игра просто хорошая. Если вы ее в Steam увидите, купите обязательно, если у вас будут лишние деньги. Вот. Ну, просто, ну, сама по себе хорошая игра. Таких игр вы не найдете. Во-первых, они качественнее, чем обычные флеш-игры. Флеш-игры обычно такие, на самом деле. Скучливые и некачественные, я бы даже так сказал. Вот. Next. Давайте. Perfect у нас... То есть мы быстро проходили. Здесь я тоже медленно проходил, на самом деле. Даже не торопился на время, мне было пофиг. Вот. Ну, тут мины показаны, что их нельзя держать. То есть вы бомбанете лежу. Вот. Так что такие дела. Здесь можно просто бежать. От монстра сейчас будем убегать. Блин, вот этот монстр мне не нравится. Он постоянно за мной гонится, во-первых. И пытается меня еще убить. Вот, видите, этот монстр, капец. Вы, думаю, будете его хорошо видеть, потому что... Ну, сейчас я ловушки смотрю. Да, он убит, все, замечательно. Дальше можно так просто пройти. И я думаю, игру надо эту быстро пройти. Давай, ну, дурак. Давай, вот этого робота надо собрать. Самый важный робот. Ай, давай. Все, побежали. Давай. Блин, давай. Ай, я сдох. Вот поторопился людей, насмешился. Ну, тут надо торопиться, потому что я хочу на время, во-первых, чтобы золотое очко получить.
Вот. Побежали. Думаю, вы тут ничего не понимаете, почему так быстро. Ну, это игра на время, так что надо быстро и торопиться. Блин, я тут робота там пропустил, все же подберу. Ну, сами подумайте, вы не хотите же в одиночестве остаться. Тут хотя бы друзья есть. А, я умер от лазера. Блин, я его даже не задел. Где их логика? Вот я не... Надо это на самом деле пофиксить, но не знаю. Они там пишут, что типа фиксят эту игру. Вот. Так что можно еще ждать продолжения. Может и бесплатная версия выйдет скоро. Я не знаю. Ну, должна, в принципе, выйти. О, это короткий путь, я как понял. И тут можно всех роботов быстро собрать. Вот в чем плюс. Сейчас надо просто нам вести. И мы тогда всех роботов, во-первых, соберем. Во-вторых, мы... Ну, выиграем этого робота. Все. Давай. Опа. Все, повезло-то как. Вот, все, побежали дальше. Все, побежали. И все, на золотую звездочку. Да? Или нет, стоп. Ну да, тут все у нас есть. 50 этих, да? Перфект. Замечательно. Вот я вижу этого робота, подберем его. Сразу же побежали дальше. Конечно, уровни становятся еще хардкорнее и хардкорнее, так что не думайте, что здесь очень просто. Управление, ну, такое удобное, замечательное, очень простое. Из-за этого мне эта игра нравится, вот здесь можно так быстро прокатиться. Еще вверх тоже сделается очень быстро, так что... Вот та лестница мне очень нравится. Вот. Вот так побежали. Уф. Она нас убивает сразу с одного удара, так что не думайте, что там все круто. Там все очень печально и беда. Печаль, беда, как говорится. Блин, за на... Монстр, ты что, издеваешься, что ли? А тут еще сложнее, во-первых, двойной прыжок нельзя не использовать. А я обычно его использую, потому что он крутой. Сами подумайте, вы бы хотели в реальной жизни использовать двойной прыжок, если у вас было бы. Просто берете, блин, убегайте от гопников, двойной прыжок, используйте там, забраться на гараж, что ли, или куда-нибудь. И он вас не просто не догонит. И ты потом будешь песню петь. Нас не догонят, да? Это уже какой-то будет пиар. Что, давайте, ладно, побежали. Ух. Давайте я буду лучше тихо сидеть, потому что сейчас будет босс за нами гнаться. Но это просто мне не нравится. Вау-вау! Ачивка у меня открылась. Лукуст. Открытое достижение. Ну, ладно. Вот. Как босс на... Всё. Всё. Тихо сидел, потому что, во-первых, очень сложно было. И мы ачивку получили. Лукас, то есть быстрый бегунчик, крутой, супер, оу, ес. Ладно, давайте на этом закончим. Была такая, на самом деле, короткая серия, но игра просто хорошая. Да, я ее еще выиграл в гейммайнеры, кто не знает. Вот, Эверсоми, ну, так, средняя. Ну, да ладно, но зато новый рекорд. Что сказать? Игра просто хорошая, если вы ее найдете, можете покупать, если у вас будет лишние деньги, если не будет, то... Ну, можете пиратку скачать через сторону. Ну, все, чё, большинство так и делает. Вот. Ну, я вам так скажу, игрушка такая крутая. Я по ней буду снимать видео, так что ждите продолжения. Все. А если понравилось это видео, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео и порекомендовать своим друзьям, чтобы поддержать меня. Всем удачки, всем пока-пока.